привет! Сегодня мы делаем детскую для девочки в светло-серых тонах. Материал у нас мармарин Макси. Стеночку мы подготовили и уже заблаговременно ее обработали кварц-грунтом. И сейчас мы полностью затягиваем, как бы красим эту стенку в тоненький слой, чтобы у нас техника 1000 линий. И когда мы будем прочищать, у нас должна быть однородная уже в цвет стенка. И сейчас мы просто натягиваем, как бы шпаклюя. Кому удобно делать это шпателем? Обычным маляром делаем шпателем. Кварц-грунт нам позволяет ложить минимально материал. И так как мармарин Макси имеет песочную структуру, и когда я протягиваю, у меня не остается царапин от этого песка. То есть он наполняет всю плоскость и не царапает. Плюс гладкие стенки были. То есть все материалы, все, которые положены быть по порядку, нужно использовать. Каждый материал несет за собой какую-то функциональную составляющую. Для следующего этапа нам понадобится лазерный уровень, терочка 1000 линий. Наносим поэтапно узкими полосками. На поверхность. Выставляем ненужную нам ширину. Такая надежная щетка нам еще понадобится для того, чтобы прочищать инструмент. Посмотрели, все вроде устраивает. Если что-то не устраивает, допустим, здесь такие тоненькие рисунок такой невзрачный, слегка добавили. Дальше. Для того, чтобы выбить эту терку, нужно обкрышечку на пол. И постучали, все выбили. Материал у нас уже подсох немножко. Стали проступать светлые полосы. И это как раз тот момент, когда нужно притирать. Thank you.
крупные такие. Можно их поубирать. На терочку сильно не надавливаем, буквально легким движением. Туда дальше еще влажное сильно. Готовим лазурь для нашей штукатурки. Это у нас воск для декоративных штукатурок. 800 мл серебра и чуть-чуть декоративной эмали графит для цвета чисто. И миксером перемешиваем. Мы уже перемешали. Будем приступать. При формировании угла мы используем малярную ленту. Для этого предыдущая стеночка должна быть сухая. И вот получается такой красивый уголочек. Сейчас он нам притрется. И хорошо туда все ляжет. Если малярную ленту не положить, мы можем предыдущую стеночку испортить. Не сильно широкими участками. Наносим наш перламутр с воском. Два.